В начале данного видеоролика хочу вам всем порекомендовать канал под названием Just Yes. Это новый канал по Блокстрайку, парень очень старается, у него пока что мало подписчиков. Ребята, давайте, пожалуйста, перейдем и подпишемся на его канал, сделаем приятное парню, ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у нас будет моя самая любимая рубрика. Не знаю, как у вас, но я, ребята, просто обожаю клановые войны. И именно сегодня будут клановые войны. Ну что ж, а мы начинаем. Блин, лол, только сказал мы начинаем, меня сразу убили. Ребята, играем против клана под названием Убийцы. Играем 10 раундов, то есть играем до 12. Мы начали с 2-2. Ну, 2 плюс 10 равно 12, думаю, вы все понимаете. Ну что ж, поехали. Так, чё-то никого нету. Ах ты, негодяй, ты какой, а! Нет, ну блин. Так, ладно, ребята, вы этого не видели. Если что, я скилловый парень, ну просто немножко не фартануло. Лорд Феникс, ну просто красавчик, просто лучший из лучших. Второй раунд подряд делает минус 2. Просто Рият, красавчик, одним словом. Ну чё, поехали. Та-та-та. Ого. Ого. Так, первый пошел. Правда, не я его убил, но было хорошо. Эй, Рият, ты давай мне кого-то оставляй. Ребята, 5-2, пока что мы их выигрываем в сухую. Клан под названием Убийцы. Ребят, прикиньте, клан Убийцы играют. Чё-то не как Убийцы. Так, давай, пока. Кентуха сделал минус 1. Нормально, нормально. Парень пишет, лорд нагибатор. Так, я тоже нагибатор. И лорд нагибатор. Мы 2 нагибатора. Ничего себе, ребят. 4-0 в сухую. Ну, вы поняли, да? 6 минус 2 равно 4, потому что мы начали с 2. Лол, 4-0. Вообще ништяк, да? Честно говоря, я не ожидал такого счета. Давай, пока. 4 хп. Вот это, кстати, было неплохо. Опа, вижу, парни, вижу, вижу, вижу. Сейчас убью, подождите, а ну-ка, если выйдет. Эй, Рият, ты мне кого-то оставь. И чё было? Пипец, 5-0. Я в шоке, ребят, такого никогда в жизни не было. Это, наверное, самое первое КВ, где мы так жестко выигрываем. Так, это кто кого убил? Чё, Рияда убили? Эй, Рият, братан. Ага, не-не-не-не-не-не-не. Ну, ребят, к сожалению, меня зажали с двух сторон и кента убили. Эх, счет, ребят, мы вообще сдаем позиции, мы что так жестко выигрывали, то ли они разыгрались, то ли еще что-то, но мы начали прям жестко проигрывать. Так, ладно, ребята, знаете что, я хочу поменять немножко тактику. Нормально, нормально, моя новая тактика пока что хорошо работает. Так, братиш, ты где? Знаете, какое самое плохое чувство, когда ты не знаешь, где твой противник? Так, и тут его нет. Так, где он? Блин. Я в шоке, ребят. Парень куда-то просто взял и растворился. Так, а где он-то был? Я даже не понял, откуда он меня убил. Но это, ребята, было круто. Клан Убийцы начинает понемножку отыгрываться. Это чуть-чуть нехорошо. Даже не чуть-чуть, а сильно нехорошо. Так, ну давайте. Да ну, я в шоке. Я пипец, ребята, что так плохо играю, что просто полная жесть. Я даже не знал, что можно так плохо играть, как я. Не знаю, видать, что-то я или приболел, или еще что-то. Или, знаете, возможно, вы мало лайков ставите, и я из-за этого проигрываю. Что думаете? Просто ваши лайки, ребята, меня мотивируют выигрывать, поэтому давайте, не знаю, наберем много лайков, и тогда я буду стараться играть немножко лучше. Нормально, нормально, ребят, хорошо идем. Все, кентуха разыгрался, все. Вот теперь с этого момента ни единой смерти. Ну, наверное. Но это не точно. Ой, вот это жесть. Не, ну ребята, ну я не знаю, что-то у меня черная полоса, просто черная полоса, прям ППЦ. Ух ты, Рия так смешно умер, как солдатик упал. Так, а ну-ка буду. Так, и тут никого нет. Ладно, ребят, беру в руки Галил и давайте вперед в бой. Так, он убил меня, я убил его. Фух, Рият, ну просто красавчик, Лорд Феникс, просто 5 с плюсом, молодец. Если бы не ты, то, скорее всего, мы бы жестко проиграли. Ребята, нам остался последний удар, так сказать, сделать, и мы победили. Ну да, ну пожалуйста, Кент АПК, ну убей ты хоть кого-то в этой жизни вообще. Ты можешь кого-то убить?
Ура, ребята, не может быть! Кента ПКС сделал последний килл. Я вам скажу так, я играл очень паршиво, но все-таки, ребята, мы победили. Большое спасибо Рияду, потому что если бы не он, то мы были бы, ребята, в заднице. А вы, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно, потому что, ребята, если будет много лайков, то тогда обязательно будет продолжение. Ну что ж, всем удачи, всем хорошего настроения, всем вам, ребята, бобра добра. С вами был Кент, всем удачи и всем пока.